Я просто ладошки отряхну. Затыкнись, пожалуйста. Всем добрый день. Сегодня у меня доставка от компании ТМЕ, оснастка инструмент для ЧПУ, город Санкт-Петербург. Они мне прислали на тестирование набор цифрового инструмента. Могу ошибаться в правильном названии, но мне кажется, цифровой инструмент, потому что отображение здесь именно на цифровых дисплеях. Но время тянуть не будем. Давайте сейчас сразу распакую. Еще сам ничего не смотрел. Меня, конечно, я уже проанонсировал на производстве, и коробку увидели. Давай посмотрим, что там. Я говорю, сейчас подожди, посмотрим. Определенный интерес без всяких сомнений есть. Но на нашем производстве нет таких точных работ, где требовалась вот именно вот такая точность. Каламбур такой, да. Но все равно, я дал согласие, поэтому, Вован свистит, поэтому все-таки я проведу тест этого инструмента на нашем производстве. И, разумеется, узнаю мнение специалистов, которым я этот инструмент передам. Кейс такой. Так, коробку я пока убираю в сторону, потому что нужно будет потом инструмент возвращать. Так, Сильвак. Могу ошибаться в произношении, но мне показалось так. Ладно. Поролончатая губка. И инструмент, сам непосредственно инструмент. Документация. Ага. Ого! А индикатор на головке, который тоже вызвал интерес, нету. А вот и хорошо, что я произвел распаковку при камере. Ну, ясно. Ладно, жалко. Вот эта позиция, она реально представляла интерес. Нутромеры, которыми мы измеряем гильзы в посадочных блоках. И предварительно я знал, что будет индикаторная головка, поэтому я и предполагал, что мы ее потестируем вот как раз на этих замерах. Но ее нет, и это печаль. Ну ладно. Это печаль. Так, это надо будет почитать, что такое. Это почитать. Ну, здесь, в принципе. Ну, честно говоря, я несколько скептически отношусь к подобному инструменту, потому что всегда работал с механическим. И доверие оно всегда вызывало больше, потому что, ну, механика, электроника есть электроника. Подобный опыт у меня уже был, это было в начале 2000-х, ну это где-то 2002, возможно, 2003 год на машзаводе, на котором я работал. Закупили инструмент вот именно с цифровой индикацией, с дисплеем. Но там инструмент, штангенциркули были
на 500, 700, 1500, по-моему. И особенность была в том, что губки были очень длинные. То есть миллиметров, наверное, 150, могу ошибаться. Здесь, в принципе, форм-фактор соблюден. И там, почему тот инструмент вызвал такой скепсис, что, во-первых, от чего калиброваться, было непонятно. Просто обнуление идет. И, во-вторых, за счет того, что губки длинные, соответственно, прижим больше, меньше, и размер меняется. Но здесь также. Ну, я, конечно, сожалею, что нету индикаторной головки. Так, сброс, да? А вот ноль. Ну, инструкция. Надо читать инструкцию и смотреть уже по пользованию этим инструментом по инструкции. И также вызвал интерес инструмент вот этот микрометр. Ну, вот это прикольно. Я думаю, что будет интересно. А, вот трещотка пошла. Так, где... Вот даже Bluetooth, данные передавать по Bluetooth будет. Здесь, значит, я специально сегодня разговаривал с человеком, ну, то есть коллега, друг. Он работает, постоянно работает с микрометром. И я предложил ему на тестирование вот подобный инструмент, потому что я знал уже заранее, что мне приедет. Он выразил согласие, что потестирует, поработает, посмотрит и потом выскажет свое мнение по поводу удобства либо неудобства с работой вот этого инструмента. Я прямо сейчас схожу ему, отдам его, дам ему инструкцию, и пусть он почитает, и потом в дальнейшем через, ну сколько, ну может быть неделю-две, пускай он поработает, потому что за день ничего не поймешь. Пускай он поработает, он сравнит его с тем инструментом, которым он работает, то есть это механические классические микрометры. И я потом уже сниму отдельное видео, в котором и расскажу о впечатлениях, которые сложились у людей от подобного инструмента. Ну вот смотрите, вот облом получился из-за индикаторной головы. Этот инструмент я никому не дам, я буду им сам пользоваться. Микрометр отдаю, ну и тогда все. Я информацию скину ТМЕ. Но они, в принципе, сегодня сами посмотрят. И если произошло какой-то казус с этой головой, ну, это они будут уже сами это разбираться. Я, по крайней мере, совесть моя чиста, потому что я распаковку произвел перед вами. Поэтому... Вот так. Ну, на этом, думаю, рассусоливать больше нечего. Закрываю. Сейчас иду к Лехе, отдаю ему микрометр. И уже с понедельника, с понедельника начну сам тестировать этот колумбик и смотреть, как он себя ведет. И, кстати, чуть не забыл. У нас тоже имеется подобный инструмент, но мне предлагали, я отказался, потому что, ну, я уже говорил почему. Такой же инструмент, это вот так он выглядит. Ну, все практически то же самое. А что тут еще выдумать можно? Кстати, у него защищенность вот эта от брызг
IP67. Но этот, конечно, поаккуратнее выглядит. Хотя, опять же, все это относительно, аккуратно, неаккуратно. Мы же, в принципе, все будет зависеть от того, насколько он точно мерит. Вот. Пальцем прижал. Ну, электроника есть электроника, тут что говорит. Ну, все. Встретимся уже в следующий раз. Я, разумеется, по ходу те работы, которые я буду в дальнейшем снимать и вам показывать, буду использовать этот инструмент. Ну и, как говорится, по ходу действий все равно буду высказывать свое мнение, насколько он удобен, насколько он точен и насколько будет привычно и, как интересно сказать, или удовольствие доставит использование подобного инструмента вот именно в условиях производства. Все, всем спасибо. Вроде ничего больше не забыл. Всем удачи, встретимся уже на той неделе.